сколько вокруг жестокости, сколько грустных вещей происходит. Как не включишь телевидение, там ничего хорошего не показывают. А все войну, войну, войну. А интересно было бы посмотреть на мир со стороны искусства, создать канал искусства, чтобы люди могли общаться через картины, краски, через стихи и музыку. Меня зовут Ильгар. Здесь я с 9 лет, и всю жизнь я занимаюсь искусством. Искусство, оно мне помогает продвигаться вперед. Я через рисунки путешествую по странам. Пытался пастелью рисовать, карандашами рисовал. Я же общаюсь через картины, почему другие не могут общаться? Идея искусственного канала у меня родилась спонтанно. Мы начали работать по субботам, по выходным дням. Дали все контакты педагогам, ну, театральным, да? Потом они вот придумывали такой театр. Ну, это постановка об искусстве, чтобы люди сами могли общаться через искусство. И театр, он как раз позволяет это делать. Ильгар, интересно же, когда я приехал в интернат первый раз, я познакомился с ним как бы заочно. И вот я помню, как я прочел его текст, и я сразу запомнил это имя Ильгар. И он казался таким мне сразу, таким глубоким философом. Когда Лена сказала, что тему спектакля предложил Ильгар, ну, тут было как-то понятно, без вопросов. Его идея, наверное, и стала тем, что мы воплощали. Меня зовут Григорий Агибин. Мне повезло, что я стал руководителем проекта волонтерского. Вообще, мы сперва хотели просто сделать веселый фестиваль, праздник для помощи ребятам, которые живут в интернате. Но вот мы приехали в интернат, познакомились с ребятами, увидели мастерские, которые организуют фонд «Перспективы». Потом мы увидели, как они работают с керамикой. И потом мы попали в театр. И это странное искусство, это то, что называется outsider art. Мы стали работать над этим спектаклем, и, мне кажется, все прямо вот прикипели сердцем именно к процессу искусства. В искусстве, наверное, самая настоящая коммуникация проявляется. Все остальное – это слабое отражение. Но настоящая коммуникация там, где происходит, ну, наверное, единение душ. Вот то, чего мы все хотим и добиваемся. Мне кажется, у нас, кстати, это получилось. С возрастом погружаемся вот в эту рутину, работа, строить семью, заниматься практическими делами. Но это не самая настоящая жизнь. Мы это делаем, да, конечно, это нужно делать, но мы делаем это ради чего-то большего. И, конечно, было бы здорово, если люди погружались больше вот в такую атмосферу, делали что-то большее, чем просто работа, чтобы люди больше придумывали волонтерских проектов, чтобы они в них получали вот этот мощнейший заряд друг от друга, от коммуникации и от искусства. Чтобы не забывали, что в мире есть что-то большее, от чего поет сердце. Вот я бы хотел пожелать людям, чтобы каждый человек занимался каким-то искусством, чтобы искусство ему помогало в дальнейшем.